Поздравляем только с честным! Поздравляем! Борис Жильцой! Борис Жильцой! Борис Жильцой! Поздравляем только честным! Поздравляем только честным! Поздравляем-то! Сколько стоит правда? Сколько стоит правда? Поэтому мы сегодня пришли поздравить честных журналистов и добавить им силы. И сегодня мы пришли сюда прежде всего поздравить украинских журналистов с их профессиональным днем. И зная о том, что сегодня не так цензура убивает свободных журналистов, как джинса, как заказная журналистика, проплаченные материалы. Именно поэтому сегодня в джинсовом стиле мы пришли и порвали здесь с джинсой. И призываем к этому всех отечественных журналистов. Девка! Джинса, продажная девка! Джинса, продажная девка! Джинса, продажная девка! Мы считаем, что на самом деле в Украине самое страшное не цензура, явная политическая цензура, которую мы видим и хотим с ней бороться, а вот именно заказуха, которая разъедает нашу журналистику изнутри и уничтожает свободу слова в Украине. Чтобы вам же не росли.